progress. Nature to man. Man to machine. The path to our future. Oscorp. The Oscorp of today is evolving, and innovative technology needs a guiding hand. Under the direction of Dr. Alistair Smythe, the betterment and security of human life has become our one goal. His mastery of nanotechnology and macro robotics will guide Oscorp Industries to a better and brighter tomorrow. Nanobots, what are they? Imagine a robot. Now imagine 400 of them, standing on a dime. A microscopic army working on a molecular level. Their size is their strength, and their potential is limitless. The leadership of Dr. Alistair Smythe will usher in a new era of progress for Oscorp and mankind. Oscorp. A new company with the name you trust. Привет всем, вы на канале Beer и Game. Сегодня мы начинаем проходить новую игру на нашем канале. Называется она «Новый Человек-паук». Мы в последнее время очень часто стали играть в такие игры, связанные с какими-то супергероями. Вот Бэтмена тоже начали, Халка, еще кого-то. Да! И сегодня вот настало время поиграть в Человека-паука. Леша сначала в нее не соглашался играть, но потом, когда увидел что-то, она ему запала. По-моему, душу, да, Илья Васильев там что-то говорил нам про игру, но что-то как-то вот пришло время. Пришло время, да. Мы, я же говорю, мы до всего доберемся, до всех игр. Человек. Постепенно, конечно. Сразу-то во все не поиграешь, но постепенно, почему бы и нет. Что у нас тут? Психиатрическая лечебница Белуа. 16 часов после инцидента. Но ты сам меня сюда засунул. И правильно, я... Я знаю, это звучит дико, но время на исходе, Коннорс. Плохи наши дела. Совсем плохи. Че? Плохи? Глава 01. Оскорб, ваш друг. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как ученый-мошенник Курт Коннорс натравил на жителей Нью-Йорка ужасного ящера. Репутация Оскорб за это время полностью восстановилась. И теперь компания представляет рубрики своего нового гения. Рубрики своего нового гения Алистера Смайта. Видимо, там какой-то ящер был еще давно, что ли, он был? Или получается, или будет, фиг его знает. Вот непонятно, да. То есть... Может быть, до этого были какие-то игры, мы не знаем, да. Все, наверное, смотрели фильм, может быть, «Человека-паука», кто-то смотрел мультфильм, кто-то читал комиксы, опять же таки, все с комиксов начиналось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Из фильма. Вот нажмите «Спейсбар». 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 Нажмите. Вот это реклама, это заставочка, которая у нас шла в самом начале. Спасибо, что пошел со мной, Пит. Ты такой смелый. Только давай поосторожнее. Мне нельзя приходить сюда так поздно. Когда я в первый раз сюда залез, вышло не очень хорошо. Я могу посмотреть. Мы не зарезаем, мы проверяем. Это лечебница, да? Охрена, это Оскорб. Изобретатели что-то сделали. Знаешь, он не такой плохой. Он хочет все здесь изменить. Да, так и в ролике сказано. Ну, что именно подгнило в Оскорбском королевстве? Подгнило? Они продолжают работу доктора Коннорса. Да, гибридизация. Идем. Ого. Это как? Делают новых ящеров? Идем, мне идти, что ли? Делают. Я точно не знаю. Он сам идет. Сегодня и выясним. У Оскорб есть мозги, есть ресурсы. Почему бы им не работать для людей? Потому я и вернулась. Доктор Смайт хочет все изменить. Я знаю. Его гениальные работы станут новой эрой в истории человечества. Давай посмотрим, что там у нас. Подожди минутку. О, роботёк. Ну, создают каких-то роботов. Здесь мы точно в безопасности, поскольку никогда не попадём в мир. Она чем-то по графике похожа на X-Men, да? Вот этот Росомаху мы играли тоже. Конечно, могу сказать, есть некоторые проблемы с этой игрой, да. Я знал, что доктор Смайт любит наноботов. Но придется играть именно так вот, как мы играем. Если что-то там по графике кого-то не устроит, но вот так вот. Такое не надоест. А что она присевшая-то идет? Чтоб никто, наверное, не заметил. Ух-ух. Да. Роботов изобретают, Вань. Ух ты, а это что? Ю. Боже. А это что за хрень? Это мне нравится. Носорог, человек-носорог. А, ю. Что, драться надо?
Человек-носорог. С ума сойти. Почему он дергается? Прости, я дал ему все, что было. Что случилось? Ты в порядке, Гвен? Такая махина. Спасибо, доктор Смайт. Ребята, вы здорово попали. Вы что тут делаете? Все в порядке. Они со мной. Так что ты тут делаешь? Охренеть. Ты знаешь, тебе ну изобретают из людей делают, смотри, даже у него ноги такие, как у носорога, видишь? Да. Такие трехногтевые. Так что, идем или что делать? Пошли. Наслышан, наслышан. А я сегодня многое услышал про вас. Итак, зачем вы здесь? Доктор, это моя вина. Я восхищен вашей работой в Оскорб, когда я услышал, что вы тут делаете, ну, про наноботов. Мне захотелось взглянуть... Вы работали с Коннорсом, верно? Забавно увидеть вас здесь. У меня уже сил нет избавляться от этих гибридов. Так это все-таки гибриды? Вы клялись мне, что от работ Коннорса не осталось и следа. Сколько их тут у нас еще? Гвен, я сказал тебе правду. Опыты прекращены, хотя и не так быстро, как я хотел. Никто больше не превращает людей в животных. Здесь ты видишь то, что бывает, когда зверь получает хорошую дозу ДНК человека. Ходить не могу, управлять такому. Иди за мной. Я уже что не говорил. Ты сохранишь все, что увидела в строжайшей тайне. Он сам ходит, да? Вот да. Игры делают, да? То есть ходить уже не надо. Уже просто смотришь как кино. Че это за хрень-то? Еще один гибрид? Безумие. Ящер чуть не разрушил весь город. Кто в здравом уме станет снова создавать этих тварей? Огромную корпорацию за минуту не изменишь. Некоторые ученые утверждали, что эти несчастные существа могут пригодиться, но их не послушали. Сегодня гибридов не станет. Мы отправляем их в биолаб для безопасного уничтожения. С глаз долой и с сердца вон. Ой, а оно сегодня ело? Йо. Оно всегда такое. Ты чё такое-то, ёк? Макакен, ты вампир, смотри, лицо вампира похоже, да? Кинешься, что ли? Привет. Хеллоу. Малыш. Этот малыш. Сейчас как вылезет. Ходячее видение. Ага. Любой контакт с ним – инфекция. Инфекция убьет вас. Или вы сами станете гибридом. Хочу, чтобы вы остались Дышитесь. Человеком, Паркер. Так что вперед. А вакцины есть? Для этих тварей нет. Они же не люди для начала. Они родились в чашке Петри. А что до бедных людей, которые могут быть инфицированы, к несчастью, тоже нет. Противоядия нет. Не хочу показаться Где вы там? Сударь, покажите свое личико, уродливое. Твари поставили Европу на колени, принеся чуму. Ну, лучше ему не встречаться. А, вот, вот он. Ёб, ну у тебя хвост. Панк, ё-моё. Красавец. Я не нравлюсь. Странно. Он так себя ведет только когда рядом... В смысле... Другой красавчик вроде меня? Ничего, я привык. В отличие от роботов, биосущества непредсказуемы. Мне как нужен они тут контроль. Все похожи, да, на людей? Непредсказуемо, да? Это еще графика что? Нормальная. Игуан, что ли? Это самая странная экскурсия в моей жизни. Не волнуйтесь, Паркер. Дальше лаборатория наноботов. Ух, класс. Увидите, не захочет. Люблю я таких существ в играх. Мне нужен кто-то с особым доступом, чтобы проводить меня в сектор Б. У меня нет времени. Квен, может и к лучшему, что ты здесь. Разберись с этой бюрократической... Что там за хрень лежит? Это тебе в наказание за то, что пришла... Жук, что ли? Иди, догонишь нас, когда закончишь. Так а почему они их не убьют, интересно? Я лучше пойду с ней. Прослежу, чтобы ее... Экспериментируем. Не съели. Понимаю. Зверь может не устоять перед красотой, как и человек. Встретимся в лаборатории. Закончите и сразу туда. Мисс Стейси, это приказ. Конечно, доктор Смайт. Пошли, Пит. Рад вас видеть, доктор. Взаимно, Паркер. Это ты шутишь, правда? Это немного чересчур, ты не находишь? Это ужасное прошлое. Доктор Смайт говорит, что оно не вернется. Я ему верю. Ёб, да ты напугал нахер. Это еще что? Что вы сделали? Ничего я не делал. Питер, он чует твою кровь. Он знает. Он на что-то реагирует. Я никогда раньше... Господи, он разобрался! Я знаю, на что он реагирует. На Человека-паука. А он а любит паучат. Человек-скорпион или кто? Да походу что-то похоже, да, смотри. Человек-рак. Вот это прикольно, что здесь не... С клешнёй, смотри, он Охрененно, какой-то скорпион. Да. Мутированный чел.
Он на Росомаху похож, в котором мы играли, заметила? А, да, да. Как да. Это, Хью Джекман. Милая, ой, как это мило. Я тебя не брошу. Глаза. Походу. Ох, ё. Но кое-кто поможет. Я должен это прекратить. Если он ужалит. Что ты делаешь? Ужалил. Ой-ой-ой-ой. Труба вам всем, ребятушки. Нет, Гвен, посмотри на меня. Ёп, ты оборотень, что ли? Ой-ой-ой-ой, укусил. Че? О, уже все. Он уже переоделся. Пупок, ты молодец. Ну что, мы играть будем? Как открыть-то это, действительно? А, вот теперь открылось, да? Ага. Вон она там висит. Давай, рывок. Где? Так, чего? Смотри, получилось. Так, ну, где там кнопка? Ну как? Как управление? Офига, нормально. Спейс прыжок. Гвен, ты в порядке? Нас обучают, что ли? Хорошо. Отведи меня в карантин. Ее укусили, короче, труба нахрен. Похоже, эти роботы хотят мной позавтракать. Пупок, а что ты не ешь? Нет. Не туда пошли? Роботы хотят позавтракать. То есть, в техническом смысле от тебя. Будь осторожен, Пит. Хорошо, что делать? Открылось, открылось. А, что ждать надо было, да? Господи, ты видел? Ух, ёп, чувачки. Скорпиончик. Бежим нахрен. Может, перелетишь на паутине? О, как перелетишь? А, shift, левый shift. Так, левый shift, это же вообще shift. Так, не получилось. Сейчас... Да, то есть еще так даже, да, можно. Ага. Там прицеливаться надо куда-то или как? Как он так летает? О, да, он сам прицеливается. Не хочу слышать никаких, что если. Это он так сильно прыгает? Ага. Как кузнечик, с ума сойти. А тут что дальше? Зашибись. Отлично. Ёб, а что с ними делать? Драться, что ли, ёб? Ну-ка, что нам делать? Подсказывайте. Атакуе. Как здесь все сделано, да? Ага. Подсказки за подсказками. Что он у нас умеет делать? Ну, трюки сдох. С паутиной, да, всякие. Так, атака. Бум. Зашибись. Пупок, а что ты еще живой? Ты ж тебе... Я собрался. Пора выбираться. Так, подожди, нам Гвен надо спросить. А что это за зрение? Это он так смотрит? Да. О, зашибись, мы еще и ползаем. Охренеть. По стенам. Так, давай. Ее кокнули, короче, труба ей. Понятно. Так, куда нам? Пошли наверх. Нет, не наверх. Дверь, наверное, куда-то надо. Только не глюч, нахрен, ничего тут. Пойдем в дверь. Как... А, вот в этом, да, правильно. Так, зажать, посмотреть. Кровь. Ёп, пупки, да у вас там куча уже. Вы что там мутите? А где этот босс, интересно? А, как... а пока... А он тоже куда-то сныкался. Дверь заблокирована. Нужно найти другой путь. Какой путь? Другой путь. Хорошо, давай. Вот другой путь. Так, там что? Там ни хрена. Пойдем. Наверное, сюда. Да, точно. Застава. Чека. Безопасности Аскорб. Карантин на той стороне. Гвен, оставайся тут. Я за тобой вернусь. Взаимодействие. Так, он уже умеет что-то чирикать. Преодолей систему безопасности с помощью рывка. А, вот так даже? Ага, зашибись.
Охрененно, ёп. Спрыгни, молодец, паучок. Хороший паучок. Чё? А, стреляй паутине. Shift и левый shift и правая кнопка мыши. То есть левая кнопка мыши. Ага, shift, да? Остановили, да? Вентиляцию установили. Теперь что, прыжок? Туда, наверное. Ага, так, что там отбегай. Дальше. Так, все понятно. Все объясняю. Ну, разработчики молодцы. Играть комфортно, пока что комфортно. Есть игры, которые нахрен не комфортно играть. Есть, самое главное, да, что комфортно. Какое у него зрение, да? Ага, что тут у нас? Отключи систему, походу, надо. Давай. Так, Е жму. Теперь Е. А, мы что-то там дверь открыли, понятно. Mm-hmm. Значит, можно будет. Надо будет попробовать нам джойстик настроить. Так, где ты, паук? Я вообще не понимаю, где мы? Мы на потолке, видимо. На потолке, что ли? Да. Прилип куда-то. Так. Вот сюда, по-моему. Понятно, Е. Угу. Шел он. О, зашибись. Угу. Такой, ах, еб. Угу. Ну, замечательно. Да, е-мое. Чего а такое? Отступление. Ку. Так, значит, мы Е делаем, да? Давай, бомби их нахрен. Паучок ты наш родимый. Мы с тобой будем играть. И играть. Давай. Давай, 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 гаси. Блин, да что ж у вас так много? Походу всех гасить да, надо. Да, да, наверное, надо. Иначе там какая-нибудь дверь не откроется. Ага. Так, кто там следующий? Зачем их насоздавали? А, ну... Они были они защитниками, а стали против нас, видишь? Я думаю, они думают, что это гибрид. Наверное, это тоже типа как... Да. А, паучок? Смесь, да, тоже человека и паука, да, понимаешь? Точно, точно. Поэтому они как бы... Они бы всех гибридов, наверное, убивали. Ку. Так, нацеливаемся. Е. Как ты так делаешь, обалденно. На, Марёк. Он как-то что-то сам делает. Я не пойму, что я делаю, но я кокаю так. Потихонечку, да? Так, давай, Е, ну давай на этого. Ну чё ты не дохнешь-то, хмырёк? Ну что-то там... Что-то там получается было. Просто их поймёшь. Е в прыжке можно долбить. Так, сдохер. Ух, ёпта, куку. Бум. Его, кстати, даже озвучивает, по-моему, тот, кто в фильме озвучивал Человека-паука. А, да. Да, 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 точно. Этого ну, может быть, Питера, и нет. Питера, да, как его там, а, Питер да, зовут? Да, да, Пит, да. Питер Паркер. Хороший тоже такой фильм, фантастический. Ага. Можно посмотреть. Так. Еще один, да? Осталось их трое. Трое, давай сейчас загасим. Вот так вот надо его гасить, все понял как. Теперь мы нацелимся. Пупок, ну что ты там? Один остался, ну вот и валяйся. Все, зашибись, кокнули все. Вернись к Гвен. Где наш проход? К вот Гвен. Гвен Стефани. Певица есть такая. Но... Давай вернемся. А. Гвен, я отведу тебя туда, где безопасно. Спасибо. Да что, ей труба, она уже в монстра превратится, наверное. Я укусил пупок какой-то хвостатый. А вот сюда нам. Главное, понятно пока что, куда идти, действительно. Хорошо, вот это хорошо, да, гладенько да. Так все. Мы оба знаем, что он уже начался. Доктор Смайт сумеет хоть что-то объяснить, найди его. Да, но
Я должен спросить, что будет дальше с тобой? Я не знаю, но точно ничего хорошего. Я инфицирована, Пит. Мы все заражены. Вспомни, что случилось с Коннорсом. Вариант только один. Убить. А вакцина? Если она раньше помогала? Коннор заразился более ранним штаммом. Тогда это был обычный вирус. Он развился и мутировал. Теперь вакцины нет. А если я остановлю всех гибридов? Их надо остановить однозначно. Но даже если так, остается риск распространения вируса. Гвен, успокойся. С тобой ничего не случится, я обещаю, ясно? Разберемся. Я найду доктора Смайта и других. Надеюсь, еще не поздно. Стой, Питер, возьми Асфон, он на столе. Что взять? Телефон Аскорб. Это пробный образец, но я хоть позвонить тебе смогу. Хорошо, я скоро вернусь. Новый уровень, доступно улучшение. Улучшение технологий доступно. Че? Включить телефон, давай включаем. Улучшение, что мы можем выбрать? Сила атаки. Да, лучше быстрый бой, сила атаки долбану. Так, выбор, что ли? Выбор. Понятно. Приобрести. Долбанули, все. Хорошо, значит мы будем увеличивать свое здоровье, или это для поля? 17 часов после инцидента. Жив? Да. Я отвел его и остальных ученых в карантин. Только они все заражены. А гибриды? Где они сейчас? Я не смог их остановить. Они разбежались. Но ты же поймал меня, ящера. Чем эти существа отличаются? Знали бы вы. Знали бы вы. Да. Глава 01. Аскорб, ваш друг. Человек-паук объясняет Коннорсу, что произошло пару часов назад, когда сражался с гибридами, разбежавшимися по всему Манхэттену. Ух, ёбу. Спейсбар. Спейсбар. Виски, конечно. Манхэттен через 4 часа после инцидента. Коньячок. А, продолжают заражать, что ли, кого-то, наверное? Заражают, потихонечку. Распространяют. Смотри, где он сидит. Сижит, высиживает, паучи. Чего он там может высиживать еще? Как пластилиновые, я говорю. Чуэй? Чуэй? О, шеф... полет. Ю! Гвен, как ты? Охренеть! Летит! Делай что-нибудь! Куда лететь? Чё не договаривать? Ёп! Ты знаешь, как летать вообще? Shift! А вот только что была подсказка. Shift! Куда тебе надо лететь? Охреново, да. На зе... Чё? Включить телефон. Так, точечка. Человек-паук объясняет Коннорсу, что это. Судя по карте, нам на эту звездочку надо. Да. На вот этот зеленый квадратик, да? Смотри-ка ты. Как вы можете видеть, тварь остановилась посреди парка. О, вот ящер, ё. Хера себе, ты орёшь, аж камера трясется. Спас репортера. Сенсационная новость. Ёп, это чё за хрень? Откуда она вообще взялась? Я ещё что-то там бегает внизу. Так, а, ты кто такой? Да, я тебя хвостом забодаю. Чё это за хрень? Чё? Уничтожь робота Смайта. А как его уничтожить? Атакуй в рывке. Или он тебя будет атаковать. А, в глазик долбануть.
Хорошо, удобно, да. Сам все пуляет. Главное, это, знаете, похож на треногу из Войны миров. Такие там. Кажу, хорошо прыгает, ем. Где у тебя еще глазик? Во. Мне кажется, это лучшая игра, с которой ты справлялся, да, по-моему? Ты с ней лучше всего справляешься. На джойстике будет лучше, если получится. Глаза ему все выломал, да? Он теперь слепой. Нет, я ему еще не все не выломал. Но еще что-то есть, да? Уклоняйся от ракет. О, гад, попал, что ли? Ух ты, ёб, ни хрена с такой высоты. Интересно, долго. Сколько у него жизни? У него где-нибудь пишут жизни? Где твоя хрень? Быстро зайди ему за спину. Опа, куда тебе еще бомбить? Давно мы так уже в играх не летали над городом, да? Кверх ногами. По-всякому. Опа, куда тебе еще садить-то? Он что-то говорит. Да. Какой-то. Там, где сзади, наверное, вот у него ракета, вот это, наверное, тишина. А, вот хмырё, понятно. И что, мы что-то сделали? Чё за хрень? Еще паучьи глаза, что ли? Лучше тебе убегать. Улетай на паутину. Хорошо, он быстро бегает. Смотри, как он разозлился. Ух ты, ёп. Они даже подсказывают, что уклоняться надо, представляешь? Вдруг уклоняешь. Глазик выкололи, а? Козлина. Сейчас я тебе еще 6 глаз выколю. А? Опа, круто, а? Так, ну все. Ильич! Обалдеть, моя мордочка. Трансформер нахрен. Mm-hmm. Ну что, тебе труба, что ли, или что это? На какого-то насекомого похож. Ага. Пупок, ты что, еще живой, что ли? А что тебе бы еще делать? Эй! А, стреляй по паутинам, а как там стрелять? Левый шип. Ты, наверное, его сейчас на месте как-нибудь там. Блин, мы сейчас подохнем. Пришпилишь. Левый шип. Да ё-моё, ты чё, пупок? Стреляй паутиной. Понятно. Понятно, да? Тебе бы лучше самому сваливать от него. Да-да, так точно. Так точно! Смотри, что он утворяет. Так, нам труба, походу, сейчас будет. Все, ты его почти прилепил, давай. Оставшиеся ноги доделай. Где там его оставшиеся? Вон там, сзади. Да отвали ты нахрен своих. Две штуки осталось. Еще одна. Давай, давай. Теперь другая, говорит. А, пупок, получил. Во, все. Класс. Мы победители, понял, мы. Точно, тренога из Войны миров, ага. Охренеть. Нейтрализуй S01. И что ж тебе с ним сделать? Да, что делать? Может это? Быть, что-то вытащить, остальное там? Все, посмотрим. Все, давай посмотрим, что дальше сделать. Может быть, тут что-то сзаду? Там вон вентилятор работает. Ага. Нет, ничего не делается. Значит, прыгай туда. Сейчас, подожди, как там? В эту штуковину прям прыгай. Пупок, а как тебе не... Где глаза? Вот, вот, наверное, сюда. Зашибись. Подожди, е-е.
палкой. Сам делает все. Последний глазик, да? А, нет, он открыл это, чтобы ракетки прямо туда. Зашибись. Угу. Улучшение. Цель выполнена, да. А ящер сбежал. Ага. Чё? Так, оказывается, круто же. В городе бушуют гибриды, а для зараженных ученых нет лекарства. У Человека-паука не остается выбора, придется объединить силы со старым другом или врагом. Все так запуталось. Так, ну что, поехали. Следующая наша глава, вот так вот проходит игра. 19 часов после инцидента. Сейчас мы посмотрим, что они там скажут. Он с кем-то разговаривает в этой лечебнице, да, с каким-то человеком? Да. Наверное, он ящером. Тот человек, который ему помочь сможет. Да. Почему-то все время хотел, чтобы я занялся не рептилиями, а летучими мышами. Нет там никаких чё? Бэтменов, док. Это смешно. Зато где рука? Это ничего не лучше. Готов поспорить, она особенно заразна. Понимаешь, меня не так тревожат сами гибриды, как этот побочный эффект, смертельный вирус. И ты говоришь, что им заражена половина моих бывших коллег. И Гвен. И Гвен. И какова твоя последняя надежда? Алистер Смайт и его роботы-убийцы? Они разнесут город хуже, чем любой вирус. Должен быть другой выход. Ну, вы же не думаете, что я сюда пробился, чтобы мило поболтать? Постой. О чем ты говоришь? Я вас отсюда вытащу. Неужели? Человек-паук вытаскивает ящера из решетки? И кто тут не в своем уме? Никаких дискуссий. Принимайте решение. Он ящер. Если ты это сделаешь, обещай. Что бы ни случилось, когда все кончится, ты вернешь меня сюда. Пошли, пока я под лекарствами. А то вдруг я пойму, какое на самом деле это все безумие. Как только я открою эту дверь, бегите изо всех сил, ясно? Что ж, ясно. Новая цель — освободи Коннорса. Биография открыта. Значит, здесь как в Бэтмене. Биографии какие-то у нас сохранение было или нет? Давай тогда... Улучшение. Что там? Освободи Коннорса. Человек-паук рассказывает Коннорсу о произошедшем в городе во время сражения с роботом Алистера Смайта. Придется вытащить Коннорса из лечебницы Беллу, а другого выхода нет. Придумай, как вытащить Коннорса из камеры. Ё-моё, как его вытащить-то, ё-моё. Понятно. Мы сейчас просто давайте хотя бы до сохранения дойдем. Что вот эта штучка, галочка пошла. То есть, ну, а ты знаешь, да, где сохранение? А? Ты знаешь, когда сохранение? Когда вот здесь будет. Что тут? Где у нас улучшение? Вот, посмотрите, мигает. Все, что мигает, нажми на это. Пока ни хрена не мигает. Ничего, ладно, не получается. Ёбать, чё за хрень? Так, ты мне туда показываешь бежать, да? Кто там смеется? Ох, я... Наркоша. Слышал, обезьянка. Мы по потолку лазим. Охренеть. Только непонятно, куда сейчас идти. Подойди к камерам, что там происходит. Чудовища, конечно, существуют. Глянь все. Как в Аутласте, смотри, психи. Угу. И в этом. Где-то еще мы таких не видели. Пока тянешь дверь. Улучшение тап, да? Ты нажимал тап? Не тап, а вот улучшение. Вот это вот. Это карта. Смотри, улучшение. Видишь, стрелочки. Не тап. Ну это тап называется. Видишь, на тапе ну, стрелочки? Ну тап, да. Значит тап. Вот бесстыжий какой, а. Спорит еще, спорит со мной. Я не знаю, ничего не нажимается.
Значит, надо его освободить. Понятно. Хорошо, а что мы там делаем? Смотри, там двери какие-то, может, открыты. Нет, они ни хрена не открыты. Вот эта дверь открыта. Сортирная, что ли? А, я думаю, надо что-то нажать, надо клавишу какую-нибудь, что-нибудь... Да что там такое светится? Вот это... О, что собрали такое? Что-то. Вот это что? Взаимодействие. Ага, то, что надо. Коннорс, вот твой отпуск за хорошее поведение. Эй, отойди оттуда! Что это за хрень? Опа, ну и что ты тут наделал? Сейчас все выбегут. Ага. Так я говорю, как в Бэтмене тоже. Не могу отменить! Пациенты сейчас выскочат! Это ты виноват! Помоги мне! Я тебе? Ты меня убить хотел? Да. А ты что тут делаешь, Человек-паук? Ладно, я помогу. Только смотри, чтобы твои дружки мне в спину не стреляли. Я тебя сейчас пристрелю! Вон отсюда! Ухожу! Только не жди, что я тебя во френды добавлю. Кого посмотреть? Лезь туда. Ага. Так. Дальше куда нам? А вот сюда. По стенам лази. Все, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Смотрите наше прохождение. Пока. Пока.